конце декабря АвтоВАЗ закончит выпуск автомобилей под маркой Datsun. После этого дилерские центры возрожденного 6 лет назад бренда закроются, а продажи машин, соответственно, прекратятся. Теперь стали известны подробности этого ухода. Так, с нового года за обслуживание автомобилей, продажу запчастей и соблюдение гарантии будут отвечать продавцы Ниссанов. Что странно, ведь технически Датсуны лишь перелицованные Лады. Без комментариев осталась только судьба кроссовера, который японская марка пыталась сотворить из старого Дастера. Если боссы Альянса сочтут необходимым довести проект до стадии выпуска, он предстанет на рынке как Nissan.